Начальник окружной полиции Олег Яковлев провел пресс-конференцию с представителями СМИ округа по итогам работы управления за 10 месяцев текущего года. Кроме того, начальник УМВД России по Ненецкому округу озвучил ряд основных показателей, характеризующих результаты деятельности управления, направленных на профилактику и борьбу с преступлениями и правонарушениями, а также ответил на вопросы журналистов. По словам Олега Яковлева, в течение 10 месяцев текущего года в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудникам полиции удалось достичь снижения как общего количества регистрируемых преступлений, так и тяжких и особо тяжких составов. Значительно возросло число выявленных преступлений и коррупционной направленности. Активнее в этом году проводилась работа по выявлению экономических преступлений. Нашими сотрудниками в этом году выявлено за 10 месяцев на 60% больше преступлений экономической направленности. Явно ощущается работа наших сотрудников ОЭП и ПК. Что касается возмещения ущерба по этим экономическим составам, на сегодня он составляет по оконченным уголовным делам 88,8% это возмещение ущерба по экономическим составам. Если в цифровом взять, это более 106 миллионов рублей. Особое внимание начальник управления акцентировал на том, что по-прежнему не удается стабилизировать ситуацию, связанную с преступлениями, совершаемыми в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждое второе преступление у нас совершается лицами, которые употребили спиртные напитки. К сожалению, не удается и в этом году стабилизироваться практически уровень прошлого же года данной категории преступлений. Среди вопросов, которые поднимали на встрече журналисты, массовые сборы подростков за магазинами и в темных переулках. Жители соседних домов неоднократно жаловались на поведение несовершеннолетних. Начальник полиции убежден, решить проблему возможно с привлечением родителей и органов власти. Мы предлагаем, такое письмо уже мною подписано и направлено в вышеизложенные инстанции, увеличить количество родительских патрулей, работать вместе с нами, с нашими инспекторами на улицах в это вечернее время. Мы знаем, в каких местах в основном собирается эта молодежь. Предлагаем те места, где они собираются, установить дополнительные фонари. Также Олег Яковлев предложил в этих местах установить камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный город». Комплекс уже включает в себя 67 видеокамер, 28 терминальных комплексов «Гражданин полиция» и 6 систем «Автоураган». Об этом на пресс-конференции с журналистами местных СМИ рассказал заместитель начальника окружной полиции Сергей Сахаров. Официально начались тестовые испытания. Все недостатки в работе систем видеонаблюдения терминальных комплексов «Гражданин полиции» в настоящее время устранены. По истечении 72 часов компания «Ланит» и администрация округа приступят к передаче данного комплекса на баланс, соответственно, округа. Даже можете сейчас проехать, убедиться в том, что все кнопки работают, видеокамеры работают. По словам начальника окружной полиции Олега Яковлева, камеры видеофиксации оказывают существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, совершаемых на территории города и поселка Искателей. 20% преступлений, совершенных там в злачных учреждениях, либо на улицах, мы сегодня раскрываем путем изучения видеозаписей, сохранившихся в тех или иных учреждениях. Помогают. Я думаю, эффект от безопасного города тоже будет. Еще один из вопросов, который был озвучен на пресс-конференции, касался обеспечения правопорядка в населенных пунктах округа. По словам Олега Яковлева, в настоящее время на территории Заполярного района работают 19 участковых уполномоченных полиции. В ближайшее время двух участковых направят в Амдерму и Харуту. В Шойне, Бугрино и Усть-Каре пока остается нерешенным вопрос с жильем для представителей полиции. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север».